Ты беременна? Нет. Ты же знаешь, я пью противозачаточное. Тебе лучше сказать правду. Если я узнаю, что ты снова мне лжешь... Едем домой. В чем дело? Сейчас кровотечение прекратилось, но ваш ребенок по природе уязвим. До рождения ребенка никакой интимной жизни. В следующий раз может быть выкидыш. Я хочу остаться здесь на пару дней. Почему? Здесь много людей, оживленно. Хочу улучшить настроение. Хорошо подумала. Да. Хорошо. Тогда оставайся тут. Я заберу тебя. Что такое? Езжай осторожно. Цзинчи, ожидание слишком тяжело. Я не хочу больше ждать.